выступление. И сейчас слово предоставляется почетному консулу Республики Беларусь Николаю Алексеевичу Медвину. День добрый, поважанные сябры, как кажут у нас на Беларуси, то есть добрый день, дорогие друзья. Поздравляю всех с праздником Светлой Пасхи. Очень рад, что здесь так много желающих выступить, столько много детей, настоящий фестиваль. Мне кажется, организаторы настолько урезали программу, но все равно затягивается и затягивается. Если бы дали всем желающим, тут до 12 часов ночи бы не закончилось. Ну и вот хотел тоже, пользуясь случаем, сделать небольшой анонс, что сегодня в Клайпеде в гостях выступает ансамбль «Храмницы» из Белорусского государственного университета культуры. Уже было объявление по «Радуге», что они сегодня выступают в Академии музыки. В 18 часов, я так понимаю, что все присутствующие вряд ли смогут попасть на этот концерт. Но для этого у нас как бы есть запасной вариант. Это в 12 часов дня. Я приглашаю всех желающих поприсутствовать на концерте, который будет проходить в Покрово-Никольском храме во дворе на ступеньках после окончания службы. И вы увидите, как настоящие, может быть, почти профессионалы, студенты исполнят не только вот эту фольклорную песню, также там у них есть программа, посвященная Пасхе. Так что добро пожаловать. Я прошу прощения, я должен не могу здесь присутствовать, потому что мне нужно еще есть одно мероприятие. До свидания, хорошего праздника. Благодарим, Николай Алексеевич. И маленькое объявление.